Мы включили трансляцию за час до намеченного срока, потому что алерт на Мирише очень жесткий, очень хороший алерт, мягкий, вкусный. И мы начинаем. Как говорится, на данный момент территория Мириши на 42% контролируется терами. И 25% у Садринцета Вану и 31% у нового конгломерата. Мы починили чат, можете к нам присоединяться, и мы пошли к атаку. В атаку. В отаке. Меченного срока, ХВ. Потому что алерт на Мириши очень жесткий, очень хороший алерт, мягкий, вкусный. И мы начинаем. Руся. Как говорится, на данный момент территория Мириши на 42% контролирует. Что, ты его не слышал? Да. Что? А, все нормально. Говорю, у Стайка была неплохая идея сделать стрим, посвященный этике в игре. Как делать не надо. Ну, как вообще, не быть оленем. Как не быть оленем, вот, точно. По-моему, очень здравая идея. Очень здравая идея. Господа, присоединяйтесь к нам. У нас работает. Мы починили чат, пацаны. Ну и кроме того, поддержите нас на Ютубе. Мы открыли канал на Ютубе. Мы ждем ваших лайков, подписок, комментариев, любой социальной активности. Мы будем рады. Кроме того, хочу анонсировать нашу новую программу. Скорее всего, она будет через 2 недели. Может, успеем пораньше, выложим пораньше. И напоминаю, что сегодняшним информационным спонсором нашей трансляции выступает подразделение Red Sky. Как они сказали, это самое костистое... Ё-моё! Самое костистое подразделение в мире, вернее, на Аураксисе, которое стало костью в горле у многих аутфитов наших противников, как у нового конгломерата, так и у Суритетова Ноша. Обалдеть. У нас что там, громов нет, да? Да нет, громов это не важно. А, линк есть хотя бы. Да. Меня убивает из подразделения Ляфрок. Линкин, здравствуй, Линкин, друг. Мы долго тебя не видели. Ляфрок. Ляфрок, да. И сейчас он отвечает нам, да? Да, прямо в прямом эфире он нам отвечает. Так, гром есть на сателлите. Зерус, тащить гром? Не, ребят, сейчас мы будем уезжать отсюда. Принял. Жду дальнейших распоряжений, сэр. Сейчас подумаем. Штаб Южный Крест? Да, да. Больше отсюда рвать некуда. Никита, возьмешь? Давайте, давайте соберемся на Южном Сателлите. Да, я могу взять гром. Игорь, ты глянь, что я тебе написал. А куда ты написал? В этот. В чат. Точнее, не в игровой, а... Ну, ты понял, в общем. В ТС? Да, в ТС. Секретный чат. Секретный чат секретного НС. Ой, ё-моё, что я делаю? Ух ты, вот это... Сейчас вот у меня что-то да. Бортануло там. Москит просто что-то затормозил. О, вас красиво сбили. Фоги пришли, ребята. Здесь и GTI, здесь и Лепхауга, все здесь. Здесь есть все. Все наши любимчики. Зерус, если ты раскроешь гром, ты будешь просто героем. Моим личным. Потому что сателлит перекрасили. До тех и до тебя. Просто по нам кто-то кто-то стреляет. Да, я понял. Фига, кто по нам стреляет. Кого тебе назвать, кто по нам не стреляет, лучше это легче будет. Давайте, пацаны, мы на месте пособираемся. Здесь у нас курса... танк. На гром на южный садится. Да. Да. Ребята, гром долго не выдержит. Четверть. Great. We need cover fire. Чего тебе надо? Да, на русском. На русском говори, мы не понимать. We need cover fire. Понаехали. Ребят, молнию, работайте по молнии. Парни, я держу инжом сколько могу, но меня надолго не хватит, я уже ухожу в перегрев. Так, ребята, ты быстрее. Ты не один, трое. Нас трое уже чиним, у нас все перегрев, пацаны. Не, нормально. Где вы чините? Я приду, будет четверо. Ё-моё. А он раскрытый? Да, он раскрытый, мы ждем, чтобы мы здесь регрупнулись на этом гроте. Ребята, там либератор. Люба?
Прыгайте в гром, прыгайте. Уходим, пацаны. Я взял Макса со злома. Неважно, Макс, валим, Макс, валим, Макс, валим пацаны. Отсюда, валим. Ходу, пацаны, ходу. Брось, валим. Ладно, давайте бегите. Я да, пока за вами послежу. Full back, ребят. Сзади скат. А чё на громе не стоит это прицелов даже первого уровня? Нормальный гром, слушай. Василиск — это чудо-пушка, из-за которого можно стрелять с прицелом нулевого уровня и убивать. Нет, даже нулевого уровня нету. Ну, значит, минус один можно убивать. Других цифр не знаю. Отдаление, да? Да. Борзо. Да. Посаппортишь? Конечно. Пока ничего не видно вокруг. Кстати, Амат на английском приветствуется? Нет. Нет. За это банят на Твиче. Поэтому не надо показывать свое мастерство в английской речи именно таким. А в других языках? Ребят, зачем нам материться? У нас есть замечательное слово. Джигурда. Джигурда. Полный джигурдец. Чё у меня тут забанят сразу? Полный джигурдец. Так, сейчас надо будет хакнуть, наверное, там всё, да? Ну, предположительно. Модус, куда идем? Первая точка. Ну, сейчас попробую. Цешку? А чё я гром не вижу? Да, давайте на цель все вместе, только не разбегайтесь. Ребята, бежим под турель, чтобы нас одним выстрелом грохнуло. А чё я не вижу нашего грома? Давайте, давайте, ребят, на цель сейчас бегом поставлю ещё. Ну чё за фигня? Потому что ты командир, я не знаю, должен видеть. Кто, я командир? Нет, стайк. Я не вижу грома. Б, выдвигаться? Сэр, разрешите проследовать на точку Б? Для дальнейшего да, захвата давайте, точка. Давайте. Спасибо, сэр. Только, ребят, есть вместе гуськом. Не разбегайтесь гуськом. Держитесь рядом. Сэр, у нас контакт 12 часов. Хорош, ебать. Оу, щит. Культист-хуист здесь. Ага, да. Жигурдист? Оккультист. Пиромаун. Валят, валят, ай, я делаю. Да, ты без инжа. Борза, ты лег? На точке я дробовик. Пандора. Я прошел на Б, давайте. Пандора. А, все, меня подняли, бегу за тобой. И не может быть, я сегодня поразил Якова да Винчи, господа. Господа, да Винчи, лично тебе привет. Здравствуй, друг. Я скучал по тебе, скучал, честно. Макс? Нет, он был диверсантом, как говорится, я расстрелял в него в обойму. Давай на бой пока, Борзо. И мы убились в объятиях друг друга. Точку. Блин, надо все-таки на москит не стоять, прошу. Идут на Б, чтобы быстро добираться. Ребята, ля фрогов здесь высадило, стоило лягушатни. Да, встречаю Б. На Максе. Сюда бы к нам еще кого-нибудь. Я на Б еще. Вот смотри, ядерный, где ты стоишь и где патроны лежат. И прикинь, у тебя пополнение идет. Ну да, идет. Ребят, фоги точку А оккупировали. Че, на А идем или держим точки? Команда. Держим, держим точки. Б и С. Пускай они на вас идут, а не вы на них. Сейчас будете бежать, они вас сверху будут щелкать. User joined your channel. Сэр, разрешите покинуть диспозицию и выйти на точку А. Разрешаю. Шучу, я вернулся на точку А. Запрещаю. Месье, месье, не все сразу, господа. Кто-то один, да? Да. Наш гром сейчас развалится. Наш гром. Да, он горит, громочка, печаль. Подобрались к метке. Командир, маху беконки, завалил. Беконки ставьте. Без грома, без грома беда. Здесь Макс бегает, скотина бежит. Беда, печаль. Не могу установить маяк, ибо я в бронекостюме. Значит, шо, отдавай командование. На С точка. На С вражеское что-то. Что-то нечто, да? Опа.
Уже 9 минут. Скосило нам. Гром противника на точке С. Они свой гром привезли, где наш был. Под ним С4 лежит. Он и возит, увозит. Давай. У нас опять начались сейчас. Так, С отбирают. Да Винчи, извини. Но сегодня не твой день, явно. Нужны были Максы, потому что. Виконку сняли. Вернитесь на точку С. Моды, что мне делать? Круто. Я бы сказал, но нам сейчас запрещено говорить непотребство. Нет, ну непотребство можно сказать разными словами, не обязательно повторить. Да-да, я слышу тебя. Тащи. Что мне делать, Моды? Гром тащи. Гром есть, гром на точке Б есть, ребят. Одного мало. Не могу добиться от тебя, Моды. Что мне делать? Я на максимум могу... Мини-линк. Мини-линк. Не подойди ко мне. Прикающий маневр фотоном. А чё нажать в чате, чтобы последнему написал, что мы тебе в личку ответили? Бэкстейт. На метке взвода, а, гром, ребята, их backstage. На метке взвода. Ну вот интересно, вот кто такой умный сломал все терминалы? Лякфрог. Они могли сделать это сами. Фроги всегда ломают терминалы весь, так чё. Чё, Борза, может пойдем вынесем гром? Давай попробуем. Давайте точку С. Ну это как-то это крик отчаяния, по-моему, уж скорее. Держись за камнями. Слева валят. Да, это по барабану. Ну это тебе по барабану. Не, а ну нет. Там далеко, я имею в виду в этом плане. Внутри Макс помещение. Где метка взвода, там куда-то грома не увезли, ребят. Внутри точки С, Макс. Максимилиан Иванович. Парни, привет, да, вы где сейчас находитесь? Мы находимся здорово. На Мирише. Здорово, материться нельзя. На штабе Южный Крест. Штаб Южный Крест. Материться нельзя. Ну, в стране под названием понятно. Материться нельзя. А Мириш, штаб Южный Крест. Ага, спасибо. Ага, у меня больше магазин, чем длительность его костюма. Что-то грома нету тут. Да. Конечно, хреново я сформировал мысль. Наш гром взорвали. Гром взорвали. Гром взорвали. Да Винчи опять-таки отыгрался на всех, взял Макса и показал, где раки зимуют. Нет, он тяжелым хэвиком взорвал. Я его убил. Да, что ладно, крест... тогда заходим на С. Кто со мной, Борза? Прикольно. Угу. Ребят, маяк. Надо еще гром. Маяк. Сейчас маяк. Будет. Я с центра ураксиком пригоню гром сейчас, ребят. Если мне откатился, конечно. Сзади. Где? Не знаю, где он стрелял, тут вот опять стреляют. Сверху, маяк, походу. С балкона. Пацаны, у меня проблема, у меня гром откатился. Так, аккуратно, подожди, стоп, назад. Так, я на один выстрел остался. Тут метик нужен. Проблемы. Мы на С. Точку А забрали. Еще каратель привезли. Короче, получили мы щи. Резюме. Ухожу на балкон. Немножко. Все, С выбили. Тактическое отступление или продолжаем? Блин, я продолжаю. У меня ни здоровья, ничего нету. У нас нету громов даже подвести. У всех все громы в откате. Может перенесем? Ну, я понял, Борза. Отбеги пока от меня. Я сейчас привезу гром, пацаны. Да тут вроде наш медик где-то бегал, может поезд похиляет. Так, свет брось. Хелпуйте мне. Я ему накидал. Берите громов, нормально взяли, едем. Где громы? Гром едут с правого шахты. Ты один тут? Борза, назад. Чини быстрее. Парни, нужен пилот, стрелок на хорёк. Блин, я упал вниз, карателя. А все равно чиню. Давайте, попробуем. Седьмой альфа, садись. Все, давайте, гром стоит один, ребят, давайте, садитесь. Давай, я жду. Ага, вижу. Блин, одного завалил, второй меня. Я еду, сейчас я буду. Радикально красный, карасеры.
На точке С сможете поднять? А радикально красный карасель, ты где? Я еду. Там каракай, ребят, тебя гоняет. Нужен мираторец. А теперь все быстро сюда. Быстро, я сказал. Ох, ёпт. Кстати, уже все наши. Как он раздолбал пилота. Это так быстро? Точнее, стрелка. О, а чё, гром раздолбали? Да, блин, просто с пары выстрелов он раздолбал. А вот вам еще один, еще два едут. У нас еще два есть так-то. Один ставит. User disconnected from your channel. Олежа, может воздух? X-Men, ставь назад. Там уже хардкор тоже. Чтобы мне прокачать. Я вам к тебе бегу. Инженер турельку. Громы стоят, ребят. Можете высаживаться. Продолжаем. Парни, вы угораете, где пилот, где стрелок? Нашего Макса разбирают. Вот я бегу. Ты, блин, спринтер хренов. Давай быстрее. Так ты же это. Даже ответить не можешь. Хорош. Хорош. Тоже хорош. Жигурдец настанет нам. Сейчас все, нам хана, она здесь бегает, гоняет этот. Жигурда. А что, Максов нету? Кирдык, короче. Яростный. Завалили, Макс. Опа. Модус, да подожди меня. А, давай, 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 лови меня. Перегрев, перегрев. Бежи. На дорогу попадаем ближе ко мне. Возьмите, я вам помогу с турелью. Вот гандоша. Презервативчик. Блин. И в это колесо, блин. Да, вот так мы и не попали. Куда нам надо. Да, ребята, я говорю, это как... Все гром разобрали, да? Да, все гром разобрали, откаты идут там, все. Все жестко, ребята. Откат за откатом. Откат за откатом. Я так люблю откаты. Я могу еще гром потом. Давайте с вольфрамом мы будем гнать, да? Или с аураксиком. У меня и москит, и гром, и фотон. С аураксиком давай тебе сяду на этот... Прикиньте, что мне пишут, короче, Кумики Томми. Короче, убил, сейчас взорвал мой гром. Привет от Симона из Атаку. Вообще, молодцы. Я хвалю вас. Ребята, вы пацаны, я всегда знаю, что у вас живут латентные ванушники. То есть вы все латентные, как бы я все понимаю, ребят. Симон, да. Бузуки, тормози сзади. Три грома, это уже серьезно. Подождите. Да я сейчас еще один бузук гром. Да зачем? Еще один бузук. Ё-моё, бузуки, что ты поставил? Это противопехотка. Это не имба пушки. Да блин, ты что, не сел что ли до сих пор? Вот. Ну что, подождете? Да, мы ждем. И пока мы ждем грома, я напоминаю, что спонсором сегодня, информационным спонсором трансляции выступает подразделение Red Sky. Это Red Sky, одно из самых сильных молодых аутфитов Ароксиса. Спустя всего 2 месяца игры аутфит уже был как поезд в горле многим сильнейшим аутфитом нового конгломерата суверенитета Вану. Если вам нравится командная игра с дружным и сыгранным коллективом, то вам туда, ребята. Идите и будьте идите костями. Просто идите. Давай, чё, давай, разберём? Загоняй гром, загоняй его. Пора, все равно не знаю, он спалил или нет. Главное, чтобы... Давай. Спалил. Да, спалил, тихонько. Спалил. Раскрывайся и будем отобороняться. Давай, давай, давай. Я сейчас высажусь. Да! О, он горит. Ой, скат выехал. Смотрите, зад ему заезжаю. Фури, фури, фури. Давайте без подробностей. Бузуки сделал тебя на время командиром альфы, командиром давай, взвода. Давай, 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 я давай, давай, работай, эти турели. Минут 10 подойду. Молодцы, ребята, вообще. Это бешеный гром, короче. Так, куда ехать-то? Шли вон отсюда. Бузуки, ты слышал, Бузуки? Так, слышал, там сзади турель поднимается. Ой, я сейчас вернусь. Мне опять пишет, короче, Симон. Выходите, выходите, выпрыгивайте, выпрыгивайте, выпрыгивайте. Это моя сестренка тебе играет.
Господи, он ребята, типа имеет в виду, что нас даже его сестренка может замочить, да? Наверное, не знаю. Зачем это? Ладно, ребята, в канул, сейчас вернусь. И без мата. Кто это сказал? Я сказал. Что сказал? О чем сказал? Ой-ой-ой, он вернулся. Звери. А чего у нас точка-то не стоит? Бузуки, поставь точку. Да погодите вы. Пацаны, погодьте, пацаны. У нас здесь все серьезно, по-взрослому. Слушай, давай я тебя отдам. Не парились ни что. Я в матче нашел кого давать. Так, я сейчас афнусь на пару минут. Сейчас подойду. Вы разобрали этого нехорошего человека редиску? Прикиньте, да короче, я, такая картина. Экстешник вылазит из башни. То есть я, ну, побегаю, начинаю стрелять в экстешника. Тут инженер, который сидел в башне, выпрыгивает. Экстешник с перепугу убивает этого инженера. Я убиваю экстешника. Что? И сколько же этот чувак у нас ракет потратил? Я не знаю, ждем, когда у него кончатся патроны. Даже я обычно только 4 трачу ракеты. Бузуки не надо, я здесь и что ныкаюсь. Да вылазь, починю пока. Блин, мне из-за дерева вход не долетает. Я не удивлюсь, если нам потом напишет в приват. Вон, смотрите, вон. Пацаны, мы такие крутые, зачем вы с нами воюете? Ну не кобели этот, не кобели, нет, как, помнишь, это ЧСВ, да-да-да, это ЧСВ зашкаливает, сейчас мы там такие борзые прыгаем там где-то на горизонте, ладно, окей. Окей. Мы будем вас жрать в любом состоянии, даже в состоянии колючего кактуса. Даже в состоянии нестояния? И нележания тоже. Напоминаю нас зрителям, что чат работает, можете задавать вопросики, мы на них ответим. Как видите, что, зрители есть? Да, зрители есть, нас смотрит аж целых 3 человека. За это большое им и спасибо. От нас сколько там этот человек? Я не затрудняюсь ответить, мне не показывают, кто именно смотрит, но я вижу, что нас смотрят. А меня ты смотришь? Нет, я тебя не смотрю, я не могу смотреть. О, сейчас меня уже двое смотрело. Ну вот видишь. Менелинг, я предлагаю начать с памяти трансляцию. Нет? Кто там умничает? Кто там? Это из моего отряда. Если хочешь, я могу культурно его это отшить. Отжигурдить, так сказать. Да. Ну, пока не буду. Ему просто надо профилактическую беседу произвести. Альфа моя стоит. Вот, кстати, вот надо будет именно вот такой же пункт. Умный командор включить в этот в стрим насчет этого, насчет этики и психологии семейной жизни. Ну да, танк к вам едет, танк, господа. Танки вот к нам приходят. Ля танк, ля фрог, мы всех сейчас будем есть. Вот он, Макграйдер прибыл, мы его наблюдаем. Делаем у страйкера. О, Ликин, больно. Ликин, это же красава. Давай нам свой фраг, не стесняйся, дорогой. Маш, не да, стесняйся. Сюда, кстати, сейчас Харасин прилетит. Ну, пускай прилетит. Нас не больше беспокоит краса. Наш старый друг. Неуловимый Джо, потому что он нафиг никому не нужен. Ребята, нас фармит еще и коса. Оп! И разбил. Эту косу. Опа, Гангнам Стайл. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Гангнам Стайл. Еще одна коса. Опять Линкен этот. Ему все мало. Он хочет нас, я знаю. Он хочет. Извини, мы уже заняты. Крепкого, крепкого тиранского тела. Чувак, мы уже заняты. Прости, брат. Но нет. Сегодня мы никто. Они пытаются меня убить со своей, но видно, косой Джо там оно еще сидит, он пытается в меня попасть из... На Либер прилетел, вот это печаль. А вот это печаль, да. А, этот Ликин опять. Он катапультировался, что ли?
Там сейчас точно выйдут в нашу сторону. Да, взрывает. Летает. Ладно, все, давайте мы тут еще каратель едет на них. Так это тот же каратель, ребят, мы его никак не убьем. Он. Неуловимый. Неуловим. Ибо нафиг. Ребят, что происходит вообще? Что мы тут делаем? Не знаю. Я не знаю, зачем и кому это нужно, чтобы сотни солдат отправлялись на смерть. Ребята, что происходит? Зачем мы стоим? По нам что-то шмальнуло. Меня убила татка, которую почти я вынес. Ну татка нас накрыла еще. Я добил татку. Все, пехота пошла. Они решили. Татка, татка обычно сосет член. Она может, как говорится, отсасывать и бином Ньютона, но это не важно. О, вот это здесь миротворцы. Воюем. Ой, сори. Просто делаем. О, ребят, их много, они красивые. У меня кончились патроны, ё-моё. Где ты? Я тебе закину. Не надо, закинулся. Где? А, меня уже закинули. Дайте мне этот бином Ньютона, я его убью. Как они так блинкаются быстро? Так Громнер поставили рядом еще. Да. Все, они сделали свое. Мне нужен подъем, пацаны. Я упал. Суперкейк, как говорится, ездил вокруг меня, ездил, мял груди, мял с молочной железы. Под конец он меня убил. И что ты добился? Я встал. Как ни в чем не бывало. Воскрес. Огромным сломали. Давайте ломайте его, просто забейте его нафиг. Застреляйте, закидайте гранаты. Он вышел, тем более, из машины. И второй подъехал еще. А я убил его. Эй! Поднимите кто-нибудь, народ. Вот здесь еще один приехал. Ну сколько. Ребята, давайте их развлекайте там потихоньку. Да. Я так понимаю, как говорится, Ля Фрог решили попасть в телевизор, а не это mission accomplished. Пацаны, вы в телевизоре. Поздравляю. Каратели этот все-таки снес. Парни, нас разбили, я предлагаю пойти куда-нибудь жрать как-то в другом месте. Да, за УНК. Отбирать как-то. Пару, друже, Сержи, что ж ты молчишь, дорогой? А чё сказать? Может, на хранилище один раз. Не мешаю вам, у вас тут такие. Ну, строго все. Игрища! Нет, у нас не строго. Я тебе отдал командора. Давай, Спару, веди нас к победе, умоляю. Ну, в смысле, я руки за тебя имел. Сколько громов слили, пока фрагали на энергостанции Сангрей другой вражеский? О, я не знаю, ребят, у нас подбирают. Я видел вольфрам. Два. А, вольфрамовую шахту отбирают. Подошли. Так что, куда идем? На какую точку? Куда идем с пятачком? Большой-большой секрет. Ой, да посмотрите, НКшники все-таки нападают на ванушников. О, сик. Да, а вы меня ждете? Да. Так, ребят, я предлагаю задефить вольфрамовую шахту. После этого мы будем посмотреть. Господа, сосредоточимся и попытаемся показать хорошую игру, насколько это возможно, в нашем текущем состоянии. Так, 47% Америши по-прежнему под нами. Мы тащим этот алерт, я имею в виду. Так, Гром на дороге. Пошлите убивать Гром. Ребята, Гром на сиреневом дыме. Пацаны, на метке взвода. И у нас даже есть характер тут стоит. Уехал Гром. Рвемся к власти. Дорвались. Макграйдер респанулся. Бузуки счастья. Вот лидера здесь и не хватало. Икона нет. Все счастливы. Мы встретили только что с вами великолепного игрока Хачатуряна. Это игрок очень интересный. Он играет сам по себе один, всегда держит локации в одиночку, в жало. Респект, пацан. Со мной мои коты, я не одиночка. Со мной мои коты, я не одиночка? Привет из первого диверсионного подразделения, передает Илья. Привет, Илья. Тебе тоже привет от нас из предпоследнего. В общем, сейчас мы крадем, ребят. Реально крадем. Там где-то что-то есть, по-моему. У них там много чего есть. У них там есть что покурить? Да. Они это тащат к нам.
Сейчас мы у них изымем. Ребята, на севере, по-моему, у них гром стоит. Они оттуда лезут. Я обожаю, когда умирают воношницы, они так стонут, е-мое. Еще один с юга гонят. Блин, у меня аптечки закончились. Я его на контроле. Ребята, ребята, на севере у них гром. Инфа 100%. На юге еще один, но... Инфа. Да, на, и вот здесь катается, вот в районе метки А катается, вот на метке А остановился гром, пацаны. Он а там нас заходят либераторы. Ура! Макса возьмите. Ой, я сраные Макс... фоги. Так, не надо. Во-первых, не сраные, не фоги, во-вторых, это ля фрог, и это пруд. И пусть они летят. И пусть весь мир подождет. Для фрогов очень много. А потом плачет уже. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны, их очень много, очень много. Их больше. Да, прям свет получили. О, Милкис, дорогой, здорово. Да, да. Привет, привет. Милкис, мы сейчас не материмся. Да, есть предложение. Не материться. Сдохни! Нет, так не пойдет. Окончи свою жизнь. Прекрати свое существование. Терминируйся, гад! Я сдох. Животные из-под класса земноводных, там нет, змей кто у нас? Рептилии. Поднокровный, а рептилии из рептилий. Пресмыкающиеся, терминируйся. Пацаны, нужен инж на точке. Ребята, нас к точке не пропускают, и у нас еще 2 минуты 30 секунд этого веселья. Этого счастья и радости. Да-да-да. Как вам идея взять всем штурмовиков и одним залпом по летающему там этому? Давай возьмем штурмовиков. А давайте возьмем штурмовиков и да, попробуем выйти. Да, всех штурмовиков берем и стреляем. Как я обожаю, когда все умеют кидать гранаты. Да, особенно когда свои 47% этой гранаты наносят. Да. Ребята, господа. Я сбил либер. Ой, детка. Его подло добил. Парни, нужен инж, ребята, и нужен прорыв на точку прямо сейчас. Если не возьмем точку. Я просто понимаешь, я выбегаю за тобой, и меня сразу просто раскладывают. Не надо завидовать. Круг вокруг этого. Так, парни, приготовились к выбеганию на точку А. Все готовы? Да, готов. Погодите, я сейчас возьму, чтобы выбегать. Так, я готов к выбегу, ребята. Раз, два, три, побежали. Ты, конечно, классно это. Рванулся. Я лег. Идем. Я сеть, оп, все, положили. Это упс. Да там один мотоцикл всегда получается. Ну как всегда, да, как всегда, да. У нас Макс. Ребята, давайте, нам Пан, нужны миды. Первый. Ребята, не лежим, встаем, идем, ребята, идем точку, пацаны, точку. Первая точка. Здесь лежат Макс и все. Здесь они на технике и 4 пеха. Ребята, давайте. Не лежим, встаем, Насти. Лежим, кто не на этом. Насти. Меня убил человек под ником Анал Сенсей. Блин, там такой. А я думал, кто же занял мой ник? О, нет, пацаны, нет, пацаны. Отгоняем авиацию. Давайте, пацаны. Мы в объеме, нам авиация, мы в домике. Парни, главное занять в домик. Ля Фрога, расслабились. Ля Фрога, нет, Ля Фрога. Ля Фроги, Ля Галактики. Ой, ё-моё, сколько их тут. Они турель поставили на вход. Пацаны, их там пачка. Ля Фроги, Ля Галактика, парни. Ля Хана, давайте, давайте. Ребята, нужен подъем на точке, ребята. Нам всем весело, нам дают, пацаны. Ой, почти сбил этого бомжа. О, Стайк.
Сори. Этого, блин, как да ничего, под тобой стоит. Под тобой Мураками, не надо Мураками сбивать, это классный парень. И к нам присоединяется Модус Вивендия. Блин, они заходят. Они заходят, ребята, за точку, ребята. Кинул точку. Гранат рез, что поход не встал. Нет, не встал никто, там лажа полная. Там я встал, мяса. Но меня положили опять. Тебя да, просто... Вещи летают на Гале. Поднимайтесь. Парни, это славная охота. Давайте продолжаем бой. Харт, это трэш. Угар садомии, ребята. Блин, да если просто рукопашку мочить. Маленькое объявление. Я от компании... Republic Assault Team открыла маленькую небольшую компанию по утилизации спандекса. Поэтому чем больше спандекса дадим, тем больше денег мы получим. Вперед, ребята. Гром стоит в радужке, я нашел его. Народ, на карту откройте, гром нашел. Вот 11 альфа. Сейчас, секунду. Да, прямо вот 11 альфа. Вон киньте там, где-нибудь рядом. Давайте, заходим, рвемся. Около 11-го альфа принял тебя. Зеленая метка. Да, около того, да. Делаем боль. Так, меня положили. Ну, там стоит. Ребята, гром. Через 44 секунды боль сделают нам, ребят. Давайте быстрее, что-то вперед. Я почти прорвался на точку. Да, но да. Ты ну, оказался, за тебя оказался я, да? Да. Стай, хулиган. Ну я знаю, но это врывался просто так. Милкис! Врываемся на точку. Да. Перед точкой. Я раскидал. Ай-я-моя, еще, больше. Пуш на точку, ребята. Больше ада на точке, больше. Поднимите меня, я вам ад устрою тут. Ой-ой-ой-ой. Включились Пандоры, пацаны. Давайте больше ада на точке. Кричит, поднимите меня, я вам ад устрою. Чертов самолетик, убейте самолетик. Ребята, нам надо точку, потом грома, ребята, потом грома. Быстрее, 20 секунд. Вперед. Парни, ты пошел. Сейчас есть где-нибудь там будет валяться. Да нет, там у них просто зерк. Да, там уже просто ад. Нет, господа, мы не удержим точку. Здесь все ляфроги, здесь весь пруд, они квакают и нас выносят. Нас выносят жестко. Да просто косы, блядь, на респект. Без неопределенных артиклей, пожалуйста. У нас на это есть пятиминутка ненависти. Да. Объект захвачен пидорочками. Отступаем. Опачки, Гангнам Стайл. Ребята, отходим на желтый, наш штаб Южный Крест. Ребят, сегодня не материмся. Отходим на штаб Южный Крест. А завтра? Как бы мы ни хотели. Завтра можно. Даже не то, что сегодня, пока стрим идет, давайте. Пока стрим идем без мата. Господа, пробуем, насколько нас хватит без мата. А что, пидорочки это мат уже? Да. Да. Ну вообще-то нет, это термин. Пидорасти это термин, ребят. Ну. Пидорасти это болезнь. Мы ее будем лечить. Нет. Это буквально, по-моему, любовь к демаль. Подождите. Ой, я буду заставить. Это все плохо, короче. Короче, все плохо, ребята, не будем вдаваться в подробности, этимологические подробности происхождения тех или иных терминов. Стайк, можно было за тобой бегать? Конечно, можно. В смысле за мной бегать? Же не думай за мной бегать. В прямом буду бегать. Что за болезнь у тебя к Стайку? Мужики, первого... Нет, он просто хочет отомстить мне за тот раз. Парни, точку А занимаю. Я сразу просек. Б отнимает. Запретная зона. Давайте, надо их просто... Точка Б, ляфроги все будут здесь. Ребята, давайте пока мы развлекаем ляфрогов, пока мы развлекаем ляфрогов, наши отпиливают где-то что-то, я искренне на это надеюсь. Ты искренне в это веришь? Надеюсь, я не верю. Надежда подыхает последней, как все знают. Наши, надеюсь, не тупят и, надеюсь, отхватывают. Вот джигурда. Да. Кстати, полный надежда джигурдец. Реально... Убирает последний, наши штат хватает, и правда. Нет, у нас было 42, стало 49, а ляфроги все здесь. Работаем, господа. И я пострадал от... по-прежнему от Глобала. Глобал, ты в телевизоре, поздравляю тебя, друг. От Глобала много кто страдает. Но. Блин, у меня птички закончились. Менелинг, поспам немножко по ТС подразделению. Ого-го-го, вот это у них техники идет сюда.
парни, вы в курсах? Техника подходит, в вообще курсах. Куча. Да-да-да. Мы видим этот адский ад. Гром на севере. У нас не только гром, ребята, к нам Харасер этот приехал. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Внимание, транспорт противника! Так, брысь. Гром идет на нашу позицию. Гром идет на нашу позицию. Борзая, это противопехотка. Это я понял, нафиг. Опа! Че это? С4. Да. И где говнюк? А вот он. Вали говно! Асинизация. Асинизируем сия. Я что-то не то сказал, по-моему, да? Да, то есть. Асинизируем фекалии. Да. Промываем. Дробовик на А. Ребят, я предлагаю сейчас покикать тех, кто не с нами бегает. Чтобы они не любишь ты всех кикать? Нет, у нас не с нами бегает только Затойчи. Он далеко. И Ред подлетает. Нормально, господа, нормально. А может на Б зайдем все вместе? Угу. Давайте как-нибудь уже что-нибудь. Давайте подтягиваемся под Б. Только не заходите сейчас, давайте всех подождем. Да как? Я очень недоволен. Друзья мои, я опечален. Да еще. Я вообще в тоске. Да, кстати, больше здесь. Кстати, я гром нашел. На коле он если здесь. На коле он нам сейчас нужен. Ё-моё. Блин, если все будет нормально, я его солью. Там есть модус назад. Там они вообще сыпят. Давай, полечи меня. Грома нет. Мины под громом. Ну, а ну чего ты? Ну, под оружие попадаешь. Слепой, что ли? Ой. Парни, я задымил как только мог. Ребята, я только что спас наш гром. Ой, молодец. От наглого диверсанта с минами. Диверсант, с диверсант минами. Не может взорвать минами гром. Под диверсантом в данном случае я подразумеваю не класс. Понял. Макс, состояние души. Покажем все, на что мы способны. Состояние души. Или закрепимся на С и додержим уже. А зачем? Если ее уже забирают. Ой. Я сейчас попробую на Б пробиться. Так, ребят. Две точки надо держать. Хорь. Держите гром, держите, ребят. И кусикина налево. Они и турель уже поставили. Да, Винчи кончился. Как неужели он кончился, весь вышел, испарился. Да Винчи, не может быть. Ну, почему ты нас покинул? Why? А его поднимают. Короче, все фоги впапают на Б. Как-то так. Братиш, мы так тебя поддержим. Пойдемте туда. Спонсором сегодня, напоминаю, что информационным спонсором сегодняшней трансляции выступает подразделение Red Sky. Самые крутые молния. Кости на нашей планете. На Аураксисе. Вступаем к ним. Ой-ой-ой-ой. Стоп, подожди, вот это сейчас вот ирония была, еще раз, это про RSK, да? Нет, они сами написали, что они стали костью в горло многим подразделениям, поэтому самые крутые это ребята. Я прочитал. В официальном топике, грому ребята, абсолютно никакой иронии, ребята, это официально на форуме выложено. Это написал я. Да, вот он написал. Что именно? Про кости. Ребята, поверьте, мы не иронизируем, там мы не прикалываемся. Там все четыре, отойдите. Ну вы за спиной следите, там со всех сторон. А тем временем на складе Макса поднять нормально. Надо, рядом с Зерусом. Зерусом надо поднять чувака. Давайте, поднимайте Макса. Нам бы громыхалок пару новых взять.
Зеру с милой стой. Напоминаем нашим зрителям, что... Упс. Напоминаем нашим зрителям, патрошки, что чат у нас починен, он работает. Запросы, пожелания. Запросы, пожелания. Можем спеть «Золотые купола», если хотите. Ядерный в эфире, он исполнит эту песню на бит. Пожалуйста, не надо. А я не сказал, что... Надо гром тащить, пацаны. Сейчас бы руки тащить. Их просто больше. Нормально. Да ты чё, какой больше? Раньше. Да, блядь, ёбаный Макс. Тише. Ребята. Блин. Ну что ж они не делают? Собрались, нам нужна победа. Эту штуку. Я не влетают просто, их, блин, по ним не успеваешь попадать, наши еле двигаются, и УНК тоже. Ну, ребята, этот вопрос будет пофикшен буквально вот на днях на европейском сервере, и я искренне надеюсь, что компания Nova примет этот апдейт как можно быстрее. Не когда-нибудь, а как можно быстрее, потому что на данном этапе, в данном апдейте, Максы... Просто задолбали. Максы фракции суверенитета Вану, это просто имба бегающая. Они бегают быстрее своих пехов, они мочат мощнее своих пехов. Они, в общем, красавчики. У нас такого нет, мы завидуем, поэтому просим это пофиксить. Все гандоны тупо отбирают мелкие точки. Чёртовы фанатики захватили объект! А он не может, он нас не слышит, поэтому... Преследуй горящий. Это можно просто запикать. Я не могу запикать, понимаешь? А это не наш, да? Он наш, он говорит во взвод, я могу взвод выключить, но... Нет, я имею в виду именно не в это... Не в этот... Ну, ты понял. Оу. Танк сзади на гром выезжает. Speed 2709 говорит нам hello, мы говорим ему hi. How are you? О, боже мой. Ребята, они везде, просто на всех горах сидят. Ну, спины нам лезут. А я предлагаю плюнуть на это дело и уйти. Да, согласен. Нет, сигналку парни, забирают. Отходим на сигнальную вышку. Нам нужна сигнальная вышка, ребята. Фига там, фоги уехали. Для фог? Смотрите, для флог, короче. Рванули от нас к НКшникам поехали. На харасере дымящимся. На дымящимся харасере. Ребята, мне нужен подъем. Все для флоги на одном харасере, понятно. А за ними кот задом наперед. Кот не кот. Парни, давайте быстрее, это контр-точка. Мне нужен подъем. Здесь Макс валялся, он сдох. Да я уже поднял. Все постреляли по трупу, который лежит на крыше. Молодцы. Нет, мы не по нему стреляли. Мы по другому трупу стреляли, да? Не, мы пытались попасть в маяк, который стоит на крыше. User in your channel timed out. У них гром, походу, дальше. Да у них, походу, все дальше. Мы дальше. И одна нами 5-5 прилетела, ля коса из ля фрог. А, ребят, это глобал. Упал. Ловить упал, сейчас будет маяк, будет огромная высадка. Да сейчас день будет, и нам будет комфортнее играть, ребят. Ночь, суета. Да, нам главное дожать до рассвета, и мы увидим Вану, суверенитет, будем видеть. Да, это как от заката до рассвета, блин. Да, здесь они вампиры, они у нас сосут кровь. Пока кровь, потом все остальное. Кстати, молнию подкатывают. Да, не молния, а скат, как вам едет, Макгрейдер. Не знаю, я видел молнию. Молния? Поднимите ему глаза, он видел молнию. Не Ляфрог, простой. Не Ляфрог, это Ворди. Экстаз и скат еще здесь. Давайте возвращаемся опять к чулкам. Командир. Они сам cover fire. Ребята, мы Инженеры, должны задефить. Извините, пожалуйста, пульс. Ребята, который входите пульс? В ТС. Молния, ага.
Да, еще большая просьба. Не материться, идет стрим, пожалуйста, не используйте.